Привитос, амигос, продолжается Bloodborne, ну как продолжается, вернее уже заканчивается, я надеюсь. Кстати, из Людвига выпала очень годная руна, она дает плюс 20% восстановления здоровья при объединении, что очень потрясающе. Что такое объединение, почитайте в интернете, где-нибудь на гугле, потом мне напишите, потому что мне тоже охуенно интересно, что же, блядь, за объединение такое. Сама игра-то, естественно, не утруждает себя такими объяснениями, да, что там они, блядь. Чай не лохи, игроки должны знать, что за объединение, что, блядь, имеет в виду разработчик под этими своими терминами, блядь. Действительно, описание рун просто шедевральное. Более чего-то непонятного сделать было, по-моему, ну просто невозможно. Ладно, хер бы с ним. Вообще, конечно, эта игра чрезвычайно какая-то рунированная, что ли. Очень много рун вставляются и героев в задницу, блядь, и в оружие, и пиздец. И в пистолеты, блядь. Странно, что в броню не вставляются руны. Это было бы... Что был бы полный комплект, знаете. Как в этом, от заката до рассвета. В нашем баре есть пёзды рыжие, пёзды, блядь, брюнетки, пёзды конопаты. И тут тоже в Bloodborne есть руны, такие руны, эти руны, другие. Так. Ну, очевидно, что центральный столб, это ось, вокруг которой и вертятся эти грёбаные лестницы. Но как пройти... Дальше. Вот это непонятно. Устройство не работает. Вниз мне не надо. Надо найти такую лабораторию, где есть рабочий лифт. Я, видимо... Я так понимаю цель всего этого моего нынешнего брожения взад-вперед. А вот на... Предыдущую площадку можно только спрыгнуть отсюда. Ага. Блять, чудом зацепился. Ногтями, блять, на ногах, наверное. Ох ты, ебаный, брат. Ты-то откуда здесь? Раньше я ее не видел, потому что я всегда быстро-быстро падал отсюда. Ну а теперь видно, что здесь и мыши водятся. Отлично. Разнообразие мобов в каждой локации, это, я считаю, хорошо. Даже если этих мобов я, блядь, уже 100 раз везде видел. Все равно это неплохо. Так, здесь я, кстати, был. Главный герой не хочет брать в таргет моба, который около его ног. Он предпочитает, блядь, нацеливаться на того, кто сидит подальше, как бы, что подчеркивает того, что главный герой мыслит в перспективе. Так, нихера тут нету, да? Мне тут сказали, что не надо было убивать тёлку, которая просила мозговой жидкости, надо было её принести, тогда бы локация изменилась, ты или обновилась, ты приносишь ещё одну мозговую жидкость, локация ещё раз обновляется, ты ещё раз приносишь, локация ещё раз обновляется, и в конце... После третьего обновления она дает тебе какой-то приз. Но это, блядь, не ебаться сложно, по-моему. Что-то напридумывали. Сложно, 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 блядь, нихуя непонятно. Почему-то шкафы взрываться перестали. Я все жду, когда же, блядь, меня окатят дерьмом из очередного шкафчика, снеся мне половину здоровья, но почему-то этого не происходит. Так, хорошо. Тут ничего нету. Тогда у меня возникает резонный вопрос, а куда вообще мне надо? По этим изъебистым лестницам. Бегать не так-то мазёво. Блять, тут другой лестницы отсюда нету. Только проход... В проходе еще одна лестница.
который выведет меня сейчас в зал, блядь, колясочников, да? Ага. Где я уже был совсем недавно. Блять, а на другие-то этажи как попасть-то, ёб твою мать. Вот на тот, например, там даже дверью вижу открытая есть. Ну, точно не прыжком с разбега, хотя вот здесь вот прям просится. Просится прям попытаться. Мне кажется, что я с лестницы-то, может, и спрыгну. Но точно никуда не долечу, блядь. Хорошо. Лазарет. Ёбаный в рот. А что же у вас так много-то, блядь, здесь? Лазарет был здесь популярным местом, я смотрю, блядь. Пошли вы нахуй. Хер ли, блядь, мне с ними драться-то пятый раз? Блять, я помню, что меня какое-то такое говно убило в конце прошлой части. Главный герой очень, блять, косой стрелок, честно говоря. Десять пуль, блядь, мне понадобилось, чтобы его убить. 10 чертовски косых, сука, пуль. Но я такое чувство, что в конце прошлой части я себе открыл быстрый путь. И забыл, где он. По-моему, он был внизу за открытой дверью. Так, там я был. Вот я помню. И деда с пулеметом помню. Это я все помню. Сейчас старый ебань Клаус разрядится. А у психов здоровье-то не полное, блядь. По ним шмаляет. Старый партизанин. Так, давайте посмотрим все-таки на лифты. Я помню, что здесь есть лифты. Куда-то они везут. Хоть бы вверх, а? Блять. Ох, и нудная локация, ёб твою мать. Где ты? А, это тот лифт, где, блять, колясочники тусят. Ну, великолепно. Ну, теперь хотя бы устройство работает. Деда убивать смысла нету. По-моему, никакого. А, вот он меня убил. При точно, блядь, таких же обстоятельствах я не успевал просто его бэкстабить. Фаталити, мать твою. Четыре пузыря крови, нихера себе. Ну тут еще повсюду какой-то лут светился, но, сука, хуй поймешь, как туда попасть. Странно, что когда герой быстро лезет по лестнице, выносливость у него не тратится.
Бля, вот откуда крысы падают, они тут под потолком, сука, лазят. Отлично вообще. Вам может быть непонятно, да, что они здесь делают? Но, по-моему, они спихивают вниз тех, кто сюда залез. Блять, ну ты-то ебать, иди нахуй вообще. Еще и вороны, бля, они что, дрочат меня, что ли? Куда нахуй? Это еще не крыса, блядь, а дикобраз какой-то, сука. Вот мы видим призрак кого-то, кому вообще не повезло. Сыкотно, блядь, отсюда вниз свалиться. Вот, вот он, поворотничек-то. Ну, я говорю, лестница, как, блядь, в Гарри Поттере. А, блядь, а там внизу был лут. Что, сейчас опустим пониже. Я-то могу отсюда спрыгнуть. Залезть, блядь, обратно не смогу. Мне кажется. А, там есть подъем. А это что за трамплин? Чтобы совсем уж эпично исполнить прыжок веры, да? Подождите. Тут, походу, вниз-то и надо. Это что за говно там? Куча какая-то, блядь. Там дверь? Это дверь или меня глючит по-страшному? Чё тут такое? Нет, это стена просто, она почему-то выделяется, по-моему. Так, только бы рука не дрогнула. Это что за хуйня вообще? А это гомункул, блядь. Плюх, плюх, плюх. Это мозговая жидкость, я угадал, которую надо было, блядь, отнести. Ну да. Но вроде как та тёлка, которая мозговую жидкость просила, она обычный моб, и она воскресать должна, нет? Ёб твою мать, вот это лететь вниз. В Assassin's Creed таких, блядь, орлиных гнезд не было, чтобы упасть. В Assassin's Creed падение это лучшее, что есть в игре. По моему глубочайшему убеждению. Блядь. Пока он говорил, мне отключили атаки. Руководство. У меня этих рун. Слушай внимательно, ты услышишь, как чвякнет мой топор об твой затылок, чувак. Помни, жалость здесь только зараженные. Чем они хоть зараженные-то, блядь? Такое ощущение, что у них у всех голова сильно болит, поэтому им забинтовали ее максимально. Кусок кровавика. Охуенно. Что? Обращайся аккуратно, а что с ним будет? Так, окей. И теперь что? Теперь. А, ну да, теперь я подвинул лестницу и могу залезть. Такая шляпа вся в говнище замызганная. Так, мне... На какую лестницу-то... Ну, очевидно, что на ближайшую. А какую я, блядь, и то с уроном, ёб твою мать. А какую я повернул теперь, которая вела к обрыву, теперь она должна вести. А это, блядь, откуда еще нахуй?
Ну, видать, правильно повернул, раз психи, блядь, из дурдома посбегали. Пиздюки. Да, вот она. Я вообще не сюда хотел. Здесь дед с пулеметом, это не то. А, вон. Вон двери огромные. А вон оно. Дерево. Ебать, колотить, да ты охуел. Пиздец, ниндзя ебаный, да как так-то, блядь. Ебать, я его выстрелом нихуя не парировал. Он меня, блядь, один раз стрельбанул, все, пиздец, нахуй. Запарировал тут же, ебануться, блядь. Какая охуенная симуляция ПВП. Локация немного изменилась, и теперь снизу по лестнице не подняться. Надо ехать на лифте на верхние этажи, тут кое-как спрыгивать на эту лестницу. Это все для того, чтобы попасть на те этажи, где я еще не был, и собрать там лут, который меня туда заманивает. Он, видите, что-то блестит. Главное, на охотника на этого больше не нарываться, потому что, блядь, драки с ним меня вообще не интересуют. Блядь, еще долбоебы подошли. Больше дебилов в одном месте. Так, я разбил шкаф, надеюсь, теперь он не брызнет. Блять, это 4 пули. Они заманили меня сюда 4 пулями. Ёбаный в рот. О боже, хорошо, 4 пули. С другой стороны, 4 пули это лучше, чем ничего, ровно на 4 пули, но нахуй они мне нужны, блядь. Я сам кому хочешь 4 пули дам. А вот как теперь отсюда попасть туда, куда мне надо? Ну, видимо, блядь, на лифте. А, только лифт куда-то делся, походу, блядь, трос не выдержали, пизданулся, наверное. Я что-то вообще нихера не понимаю, как, блядь, пройти-то отсюда. Могу покончить с собой, в принципе, хер с ним, что там, блядь, 35 душ, с собой еще 8. Я из-за этого уже не парюсь. О. Что это там такое? Ага, еще один лут. Вот этот не видно было, ну-ка. Не может быть, что, блядь, целый этаж надо было разблокировать ради 4 пуль сраных. Блять, здесь этот еблан с палкой, да? Нет, он с саной тряпкой вооружен. Ну? Ключ от камер в подземелье. Так, так. Ключ от камер в подземелье, это, конечно, интересно. А как вниз-то попасть? Ну, этой высоты достаточно, чтобы сдохнуть. С крайне высокой вероятностью. Окей, хорошо. О, вот еще, кстати, балкон с лутом. Щит Локха? Щит? Оу, щит. Непонятно, сколько защиты щиты дают эти. Все равно непонятно. Щит искусно изготовлен из голубого стекла. Изначально такие щиты выдавали людям, защищавшим главу церкви исцеления во время священных церемоний, а позже расхитителям могил, отправлявшимся в лабиринт Исза. Своим цветом стекло напоминает прозрачную озерную воду.
А его необыкновенные свойства значительно снижают все виды урона, кроме физического. Заебись! Вы чё, блядь? Ёбу дали нахуй. Щит единственное, что должен, блядь, защищать это от физического урона. От магического тут защита нахуй не нужна. Здесь магии-то, блядь. Раз в 3 года кто-нибудь у тебя пульнет, блядь. И то в щадящем режиме. Кстати, за эти личинки дают по 1000 душ. Они вообще, блядь, почти не сопротивляются, вы прикиньте. Какой тут фарм. Просто безумный. А, вот эта овца, которая, кстати, мозговую жидкость просила. Нет, она не ожила, действительно, ей пришел пиздец. Как попасть на балкон к тому охотнику и отомстить ему, я не понял, честно говоря. По-моему, никак. Только если забраться, блядь, на крышу, снова повернуть рычаг. А, ну может на лифте можно. Ну, реваншистских настроений у меня в любом случае нет, у меня похую. Поэтому я лучше босса сильного заебашу пойду, чем, блядь, охотника сраного буду мариновать 2 года. Какие двери, блядь. За ними по-любому кто-то невъебенный должен сидеть. Ебаный гомункул. Что, цветочек? Живые неудачи? Ты чё, блядь, за вторжение титанов ебаный насрал? Смотрите. Да, двоих надо убить. Ой, ёб твою мать. Троих надо убить, да? Нихуя себе, сказал я себе. Что-то они задумали, блядь. А, вот и магия, для которой щит нужен был, да? Ебучая конопля. Да ёб твою мать, ты можешь щит взять? Вот он. Как он, блядь? Сука, я же забыл, на какую кнопку щит-то ставить, блядь. Дайте, блядь, поманеврировать-то, ёбаный ваш... Сука, может, цветок надо пиздить? Они все тогда сдохнут, нихуя. Я подставил щит, короче. И щит подтвердил то, что, блядь, щиты в этой игре вообще говно ебаное. Они нужны только дохнуть, блядь, чтоб с ними. Надо сказать, что путь, конечно, к этому боссу, блядь, совсем не близкий. Вот, блядь, вообще он ни разу не близкий. Блять. Главное, на щит не надеяться, остальное лирика. Потому что, по-моему, в прошлый раз я первого убил довольно быстро, нет? Вот. Тут же второй, блять. Ну, щит, давай. Покажи себя. Маги убиваются вообще отлично. А вот каст сбить просто невозможно. В пизду этот щит. Еще один и вылез, блядь. Еще одного замахал. Заебись, тут же лезет еще один новый. Но они что-то, блядь, некоторые дохнут быстро, некоторые, блядь, да ебаные
Вот этот звук самый страшный, это значит, что летят эти, блядь, писюльки нахуй ебаные. Тихо, понял. Двойной Ван Дамм я пропустил. Охуенно. Снова летит пиздоблядская магия. Ну это вообще пиздец полнейший, блядь. Охуеть вы что ли, блядь, это что за хуйня? Ну это слышите, блядь, и что делать? Что делать-то, блядь, надо в эти чудесные, блядь, моменты нахуй тьмы, блядь. Как охуенно, блядь, к таким боссам надо ебаный в рот инструкцию давать, блядь, серьезно, что за говно? Возникает такое чувство, что на Bloodborne у разработчика уже просто, блядь, ну не хватило фантазии. Что все было потрачено на Dark Souls, на Demon Souls. Залепить еще одну игру с эпичными боссами, они уже просто не смогли. Да и в Dark Souls их боссы-то, в общем-то, повторяются уже давно. Там вся концепция игры повторения. Повторение, сука мать, учение, нахуй. Вот вам, блядь, еще тех же самых боссов пачка. Не? Миязаки, блядь, не так ли? Удар прервался, блядь, от чего-то непонятного, блядь. Блять, анус вырву нахуй. Я не понимаю, зачем магия, у них и силовые, блять, атаки нормально сносят. Им просто незачем быть такими охуенными чародеями. На мой взгляд. А что я могу знать об этом, да? Ну все, вроде бы они должны перестать вылезать уже, блядь. Надо вычленять, кто из них, блядь, стоит в одиночку. И его, сука, выносить. Один удар, блядь, один удар. Ебал я этого босса. Ну и говно, ёбаный, блядь, долбоёб эту игру делал. Ну, блядь, такое говнище, нахуй. Просто, блядь, дерьмо, блядь, из дерьма. Мега эпичная параша, блять, просто ебаное говно. Вот основная проблема этой игры это не в том, что тут геймплей какой-то не такой, блять, что щитов нету, магии нету. Основная проблема в том, что половина боссов здесь ебаное говно, с которым драться даже, блять, неинтересно. Вот это, блять, ярчайший пример такого говнобосса ебаного, просто полное дерьмо, блять. А из той половины, с которой драться интересно, половина повторяется, блядь. Нахуй всякие собакоподобные, блядь, уебаны. Это тоже тут, типа, сюжет игры, наверное. Ну, оборотни, типа, их подобие. Он успел скастовать эту астральную дыру, блядь. Естественно, нихуя не видно, кроме этих ромашек или что-то подсолнух.
Кто-нибудь подсказку бы написал на входе, блядь, где тут зона мужская безопасная есть. Пора сдохнуть-то, слышишь? Почему-то, блядь, некоторые из них очень живучие. Почему-то он не забэкстайбился нихуя. Тут же вылезает новый просто, блядь, моментально. Вот, и рейнджер, блядь. Вторжение, блядь, титанов. Станет ли меньше этих метеоритов? Нихуя. Они, блядь, обладают охуенным разрывным эффектом. Блядь, спасибо, что успел полечиться. Я бы на их месте спамил просто это заклинание. Ебанутый босс. Просто ебанатский, блядь. Если бы хотя бы надо было пиздить корни дерева, а эти уёбки тебе мешали, в этом был бы смысл. Но они просто лезут бесконечно, и тебе их же и надо пиздить, а они бесконечные. Но в какой-то момент ты, блядь, бьёшь последнего, он даже не умирает, просто кончается эта полоска, блядь. И, в принципе, и только из-за того, что кончилась эта полоска магическим образом, все, блядь, четверо гуманоидов падают замертво. Полный, алогичный, блядь, неинтересный пиздец. Полное говно. Ну, естественно, будут те, кто будет спорить, скажут, наверное, что босс-то, блядь, гениален. Просто надо там, не знаю, что-то я опять, наверное, не заметил. Наверное, к кормилице Мерго нельзя было подходить, когда она кастовала свое заклинание. Наверное, к этим боссам... На них, может, не надо было смотреть, а может, надо было в этот момент колонки выключить и звук не слышать, не знаю. Решения могут быть самые разные. Ну, по-моему, просто-напросто босс говно. Так, а если я, блядь, в щит ставлю что-нибудь? А в щит ничего нельзя вставлять, вот так. Да, щит, блядь... Оружие абсолютного могущества. Ячеек в нем нет. В моем нынешнем пистолете есть ячейка. Одна. Совершенствовать атаку. Это все говно. Восстановление здоровья. Вот что. Зашибись. Но такое восстановление просто мощнейшее, что... Оно как бы даже и незаметно, что что-то восстанавливает. Так, интересно, сколько у меня затаренных аптечек есть на складе? Как мне там? Засуха-то аптечная не грозит ли? 159 штучек, нормально. Жить можно. Это я еще к Людвигу готовился аптечками. Но, видимо, тут в этом DLC все боссы больные, блядь. Со всеми, блядь, тяжко. Стараюсь уже выпиливать эти загрузки бесконечные, но тема такая, что как бы много кусков видео не есть хорошо при монтаже, поэтому... Ух ты, блядь, что, два босса подряд, что ли? Астральная башня. Это арена. Это очевиднейшая арена. Последний раз, когда было два босса подряд, это был финал Dark Souls 2. Сейчас что-нибудь сквозь механизм часовой, наверное, влетит.
Кто-то вскрылся, походу. Что за звуки щелкающие какие-то? Как будто что-то капает. Ну это спящий анимешник, либо тёлка. Осмотреть труп. Тёлка. Ну, в смысле, дама. Блять, мы же в викторианской эпохе, ёпты. Опачки, осмотрели труп. A corpse should be left well alone. Ну, к вашему, дама, святое дело, прикоснуться. Oh, I know very well how the secrets beckon so sweetly. Ой, блядь, только не драка с охотником, только не драка. Только честная смерть принесет мне исце... О! Да ты ёбнулась. Леди Мария из астральной часовой башни. Ух ты, ёб твою мать! Ну давай, Леди Мария, ёб ты. Сейчас ты узнаешь, каково это в первый раз в ананас. Как нужно, блядь, порядочному боссу, Леди Мария не парируется. Ёб твою мать. Да ебать, мой хуй дважды по ней вообще не попасть. А, ну да, и она вооружена, естественно. В свою очередь, пистолет, блядь, не такая гейская пукалка, как мой. Пошел нахуй, ебал! Свое говно ебаное. Козел, блядь. Да пиздец, она не дает ни лечиться, блядь, ни драться, ничего не дает. Получи за... С моего Марта, блядь, найти нахуй еще раз. По-моему, я нашел ее слабое место. Просто спам ее магией нахуй, да и все. Сучья дочь. Когда надо полечиться, ее надо отдать, видимо. Работает, блядь, не всегда. Кот молчит, смотрите, блядь, какой. Какая дрессировка. Мейден запашный, блядь. Пиздец, да как драться-то с ней? Ёбаный ты, блядь, разработчик этой хуеты, блядь. Ты мне объясни, ёпты, позвони мне, блядь. Охуенно. В пизду, блядь. Блять. Честно, у меня вообще нахуй нет ни одного, блядь. Ни одной мысли по поводу того, как драться с этой пиздой, блядь. Нахуй нелепо. О, да она спамится. Нихуя себе. Больше, нужно больше кувырков.
она бы еще дальше от меня ушла, чтобы это делать. А, теперь она стала сильнее, это она. Ебану, Скайлина, блядь. Ты что ли? Мимо, дура. Ну тебе, походу, похуй, да? Ёб твою мать, я хочу эту шашку. По-моему, босс она чисто кооперативный, блядь. Только я что-то, блядь, не вижу никакого призыва здесь. Пфф. Ебанулись, что ли, совсем, блядь. Даже, блядь, рев чудовища нахуй не успевает, блядь, делать. Мой долбоёб. Такое ощущение, что скорострельность рёва чудовища зависит, блядь, от оружия. Если двуручное, он его дольше делает. Что, блядь, гениально само по себе. Ну так же гениально, как сделать какую-то не въебаться длинную локацию, а в конце, блядь, нее сразу двух боссов. Не одного, блядь, а двух, нахуй. Потому что нехер. Блять, ты будешь работать-то или нет? Ты хуел, что ли, говна кусок, блядь? Да. Стабильно уебански работает эта хуйня. Видимо, есть только один способ борьбы с этой мразью, это заспамить ее нахуй. Каким-нибудь быстрым метчиком. У меня быстрый и прокачанный только Людвиг. Пила, конечно, быстрее, но... Нечестно, у нее две сабли, у меня одна всего. Да, немножко смешной дамаг по ней наносится. Я увернулся по прямой, и это спасло меня от пули. Блять. У нее и такие комбинации пушек есть, блядь, и такие. И двойная, и две, и двойная, плюс пистолет. Причем, когда у нее две без пистолета, я как-то спокоен. Ну, это пиздец полный, блядь. Усиление. Ура. Да, Людвиг спамит, в этом его, блядь, сила есть. Охуенно, один удар, блядь. Один удар, четыре дырки, блядь. А чё, блядь, ей зарядку не прервать, да? Ибо нехуй. Согласен с разработчиком, нехуй. Так бывает, когда игру делают геи. Вот у нее тоже что-то не сработало. Очень быстро она встает на лапки, блядь. Я ебал, что там было-то хоть? Месячные, похуй. Еще и огнем ебашится, да? Хуяно через всю карту. Правильно, так и надо.
Там еще один с тыквой на голове пытается с ней, блядь, биться. Пиздец! Я ебал разраба, нахуй, в рот. Это, блядь, ебанутая хуйня, как, блядь, просто анальщина ебаная, блядь. Ну, более тупого уебищного говна. Блядь, я поражаюсь. Постоянно градус тупизны боссов, блядь, здесь. Он невероятно возрастает. Вот кажется, что все, уже предел, блядь. Тупее гомункулов нахуй ничего быть не может. Нет, блядь. Босс-симулятор ПВП, это, ебать... Это вот нынешнее дно, блядь, и мы еще лучше погрузились, которое ебашит по всей карте своими ударами, блядь, а ее удары, нахуй, не прерываются, что, блядь, еще лучше. Просто пизда, наипиздатейший босс, я, блядь, всем советую играть в эту игру, блядь, просто охуенно. Это, блядь, такая масса удовольствия, просто, блядь. Абсолютно несбалансированные, нелогичные боссы, блядь, если все вы это любите, да, с какого-то хуя. Вот, эта игра, блядь, для вас. Наспамил ей, нахуй, полную кормушку. Парируется все в одни ворота, блядь, в ваши. Вообще классная дуэль, кто кого заспамит. Очень интересно. Может тут как, блять, Арториусу нельзя давать усиливаться. У меня есть идея, почему бы меня просто из пистолета не заспамить. А, ну это говно тоже, естественно, не прерывается. У меня такое чувство, что это Луканиэль из Миры, блядь. Или как там ее, блядь. Пытается поливать меня кровью, блядь. Как чудно, что только после третьей атаки сбивается ее, блядь, атака. Ну, дамы и господа, начинаем дискотеку, блядь. Обидно, я сейчас сдохну, потому что пуль не хватит. Она стояла и ждала, когда же я ее добью, по-моему. Вот. Перестала, блядь, резко поносно летать. Ну, понятно, убивается она нормально. С ревом чудовища и Людвигом, то есть, когда накаляется, когда... Кончается у вас выносливость, и вы не можете продолжать ее спамить, вы просто сбиваете ее с ног, мразь эту. Вот, у вас откатывается выносливость, пока вы хиляетесь в этот же самый момент. После чего вы продолжаете ее хуярить. Был бы на ее месте игрок, было бы тяжелее, но... Симулятор игрока, он имеет свои слабые стороны, слава богу, но... Небесный циферблат. Хули мне с ним делать? Циферблат отвенчающих главный собор астральных часов. Если принести циферблат к астральным часам, они оживут. И откроют любопытным гостям свою удивительную тайну. Пойдем посмотрим на удивительную тайну. О, пацаны тут махаются. Давай, чувак, удачи. Давай, я смотрю, давай. Мочи, бо, похилялся, блядь, не видно, наверное, ему пизды дали в этот же момент.
Ну, чё? Как его поднести-то, блядь? Нихуя, да? Это кара, милашки. Очень жаль. Видимо, это не тот циферблат, куда надо подносить это говно. Надо куда-то в другое место, наверное, внести. Так, вообще говорили, что в DLC 5 боссов, я уже троих убил. Значит, у меня еще осталось двое. Первый там в церкви дремлет. Кто пятый? Не знаю, куда часы тащить, не знаю. Столько вопросов и так мало ответов. Вроде и написано, что надо делать, да? А где это делать, как это делать, блядь? Вообще, я думаю, что если у вас к этому моменту не будет меча Людвига, а будет, скажем, прокачанная пила, да, начальная, она бьет еще быстрее, чем Людвиг, то заспамить эту овцу будет вам даже попроще, мне кажется. Дамага, конечно, у вас будет поменьше, потому что, ну, Людвиг, он объективно самый, видимо, дамажный за счет скейлов. Но пила, она спамит, прям спамит вообще, скорострельная очень. Говоря языком танкистов. Так, сила или ловкость? Видите, да, уже нихуя почти ничего не прибавляется, похеру. Куда-то надо сливать эти долбаные хилки. Ой, долбаные души. Ну, патронов, блядь, вообще, конечно. Можно идти и фармить смело в этот... В запретный лес или где там эти стрелки стоят. Рядом с молельным переулком. Вот, но впадлу, конечно. Но надо. Ладно, на этом серия заканчивается. В принципе, двух боссов я уже уделал. Третьего и тюрьму исследовать я подожду в следующей серии. Так что что-нибудь жмите, что-нибудь там пишите. И все такое.